Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Никто не заметит, обычно его и замечают там, когда он это пишет. Как это? Я реально, у меня с головы не вылезет. Клянусь, нельзя такого никогда не делал. Этот ниндзя не делал, зюма, блядь, даже зюма не делал такого, блядь. Я не знаю, там, никто такого не делал, блядь. За 5 лет, которым я делал контент со всеми, никто из них, вот, то, что он делает, вот, блядь, ни один из них не делал то, что, как, какой, блядь. Ты понимаешь, я тебе просто так не говорил, типа, зарейте меня туда-сюда, блядь. Блять, тебе тоже надо было, братан, ты бы тоже, блядь, онлайн был бы, у тебя донатили бы тебе. И после каждого доната, вот мне топ донатить говорит, и ты пишешь, вау, он топ! Не, знаешь что, блядь, когда мне писали, типа, у тебя в чате, у тебя стрим будет, будет, я даже ничего не отвечал, потому что мне было, короче, стыдно. Ну да, не по кайфу же! Вот именно, это же не по кайфу бывает, бля, ну, как тебе сказать, ты видишь то, что у челика огромный онлайн, и ты заходишь к нему и... Типа, зная то, что это ему не понравится, писать, да, у меня будет стрим, скоро ждите, блядь. Пиздец, бля. А пиздец? Чё смотрела? Я тип есть. У вас тоже бичевский пинг? Да, бля, трэши говорю, Акола, я ему 50 раз это говорю. Я не знаю, он реально, блядь, дурак, да, я просто, я в шоке, реально. Я ошарашен. Мне это рушен. Не знаю, я реально угораю, я просто в шоке. Положу Тайлунга в доме. Пока что я не знаю, он один или нет, но положил его. Он, да, один был. Оружие не того нашел, понял. Бля, Маху не позову. Если я сейчас Маху позову, он как начнет его обсирать сейчас. Говорит, что он конченый и так далее. Он не понимает. Он начнет сейчас, бля, я уже устал этот. Просто к чему? Я даже сейчас даже это не сказал бы, если не увидел бы. Нормально все. Блин, что за бред? Почему у меня PS62? Что за херня? PS62 уже вышел? Я не понял. Он сказал PS62? Бля, PS5 хочу. Я сейчас, когда уеду в другую, ну, в другое место, там PS5 куплю, там будет все работать. А ты когда уезжаешь? Я... Ну, в следующем месяце, в начале. А где, сука, я 2 стенки потратил? Дай сюда Хаймер, блядь. 2 стенки дай. А? 2 стенки дай, которые ты только что подобрал. 2 стенки, которые ты подобрал. А мне эмулятор залагал, я тебе слово даю, мне эмулятор залагал. Вот здесь я 2 стенки вытащил. Выйди на улицу, мы тебя взорвем. Азам. А как тебе можно? У меня 2 стенки. Не, не надо, не надо, у меня есть уже там. А что с ним? Что с ним? Эй, пацаны, пацаны, не трогайте, не трогайте, у него эпилепсия началась, не трогайте. Блядь, я знаю, как спасти его, надо бутылку ему в жопу засунуть. У него эпилепсия пройдет. А где бутылку найти? Бля, ищем бутылку, пацаны. Бля, может, блядь... Братский автомат, патроны есть, стенку дайте. Может, глушитель засунуть, может, дуло засунуть, дуло, он тоже может помочь. Бля, не знаю, пацаны. Дуло. Что будем делать? Давайте куда-нибудь да, пойдем уже. А Кок, ты смотрел? Эртугру смотрел? А? Эртугру смотрел? Вообще ни хрена непонятно. Чё, бля, с микро, бля? Как будто тебя прибивает кто-то, бля. Я говорю, Винкс. Винкс смотрел? Винкс. Enchanted Винкс! На мы не победимо. Фитки Винкс. Enchanted Wings. Сука, бля. У меня в упоре двое, бля. Бля, где они? Да. Enchanted Wings! Мне это помогло. Сейчас я найду. 4 стенки надо? Да, надо. Винкс песня. О, сейчас я поставлю. Сейчас, где это? Где это песня? А вот.
Чудо шляпа, где ты, блин? Только не включай больше про команду, пожалуйста. Производство Rainbow SR. А что я за зашел, помню, где стакса, бля, надеюсь, не вылетит. Не улетел, что ли, блин? Как со мной чувствую? Бля, опять вылетел. Там не такая игра просто. Я Кубу привет передаю. Сейчас умник улетает, блин. Слышите, я даже урон не сделал, блин. Я Винкс слушаю! Его растение убивает? Вот и что, блин, что ты херня, блин? Кто у него стреляет? Акулак, если мы умрем, я одну песню поставлю. Эй, поставь, подожди. Не надо. Эй, бля, мы ботами попались, да? Не стоит. Мы с ботами попались, да? Да, походу, да. Бля, Акул, когда ты заходишь, мы ботами попадаемся почему-то все время. Почему нормальные игроки с Акулгом не попадаются никогда? Как Акулгом и раньше они будут. А, понял. Отвечать, бичи заколебали, чисто короче, типа, только без лута типа, могут убивать, блядь. Поймите меня, пожалуйста, меня босс убил. Почему я не могу лутать этот ящик, блядь? У тебя что за эмулятор? Там экшен босс. Есть стенки у кого-нибудь? Да, две я надо. Поднимите, пожалуйста. Одну спину. Спасибо. О, челик. Там челик. Винкс, мы тянете на дожди. Ой-ой, на дороге. Бот. Бля, мы с ботами попались, пацаны. В следующей катке будет интересно. Ты сказал, что Акулок не ходил. Не, они еще живы, вот эти тайлонги. Ну это на ролик. Винкс. Я хочу поставить Акулок. Муся. Блин, да, давайте, пацаны, выйдем, может, поиграем, блин, нормально. Да, я тоже предлагаю, как раз мне вылетать, давай выйдем. Подожди, там, это твой стрим-сайт. Да, не остается. А, есть за стрим-сайт? Четыре стрим-сайтера, их даже нет. Красная зона бьет только лохов. Челик у меня. Что, Бакол, у тебя красная зона убила? Да, красная зона. А сам, а меня поднять? Бля... Салам алейкум. День назад он видео выпускает, что подал постоль прощения, просит у тебя. И сегодня Паша, просто узнал, что Фифа умирает, хотел последний раз. Спасибо огромное, брат, за это. Почему я не могу лутать ящик, бля, сраный, бля? Потому что он сраный. Бля, ты че такая херня, блядь? Типа. Че, блядь? Игра бичевская и сам бич, блядь. Он сам были монеты, он пошел себе стенки купить. Я тоже себе стенки куплю, блядь. Бля. Какие стенки, блядь? Я купил эту херню, у меня одна стенка. Я купил вот эту фигню, за которую я бегу. Здесь было 500 монет. Бля, охуенная стенка. Бля, подожди, я смогу его поднять. Хаймера отвел поднять, бля. Бля, реально охрененная стенка, просто охрененная стенка. Сергей, Азамат, кто ты брал? Да, это крысу, блядь. У меня стенка, блядь, за ними поставилась. Что намекает, блядь? Вообще не начну не намекает. У меня мечта была в Турцию съездить. Да, я в Турции буду. Это я понимаю, блядь. А в каком месте? Там. А ты в Турции? Хорош, ты двоих нокнул? Да! Будешь играть. А ты машина? Я троих убил. Теперь у меня есть лут. Эй, долбоёб, бля, дай мне лут, бля. Я для тебя это сделаю. На каком сервере будешь играть? Японском. Как понять, Акулок, на каком сервере? Дурак, бля, типа. Турецком, короче.
чуваком, блин. Блять, он добил тебя. Честно, монет этих стенок не было. Я его давай хотел убить. Я тут. Я своим телом хотел защитить, он тебя добивает. Все видели, пойду он сам. 166 гол. Нулевый, нулевый у меня тип. Бля, мы да, бля. Куда ты лезешь, финишка? У вас еще одни люди? Да нету другие боты, блин. Они так. Так они на там и бегут. Плюс. Меня, блядь, в этой катке меня убили два раза. И два раза в крысу в спину. Два раза, как это, два бота, блин. Тайлунга. А ты убил Тайлунга? Да, 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 снизу его ног, ну и того убил, который тут был. Можешь добавить, друзья? Вообще написано, сколько добавляю. У меня жетон вот за дерево, можешь пойти залутать. Ну, не жетон. Вижу врага? Какого метка врага? Кого ты видишь? Красная метка, вот там есть, который вот там лут лежит. Можешь залутать. Там хороший лут будет. Бля, ты говоришь, вижу я врага. Я колк пошел залутать. А, да, нормально, вот есть тут. Почти. Мы текстуры закончились, блин. Ну чё, блять, по нему. Блин, и второй тоже нулевый, голову дал. Микрофон чистый. Эй, дура, блядь. Ну чё, чё с микро? Микро справа, блядь, тупой пинг, блядь, тупой пинг, верните FPS, нормальная. А кого у тебя двое? Меня нормально слышно? Твистер, братишка, плюс-плюс. Меня нормально слышно? Рыба, если с короткой памятью, как может пупс хамки, а стакферу лох, прости, пупс, но ты не снимай. Она, блядь, чё я зависаю? Возможно, братан, возможно. Спасибо, Мусы. Самая лёгкая карта. И чё, легенда? Ичига легенда? Салам алейкум, Матюха, ва алейкум ассалам, передаю Матюхе привет. Слышишь, Аковак? Аковак? Мы с ботами попали в этой карте. Аковак? Без бахи интересный стал? Аковак? Слышишь? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст неудачи и всем пока-пока.